Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 27 февраля. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Авраамия. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «невредимый». Небесным покровителем его является святитель Авраамий, епископ Каррийский. В V веке от Рождества Христова в городе Кира жил Авраамий. В молодые годы поступил он в монастырь, а после избрал для своих подвигов Ливанские горы, где и жил отшельником. Преподобный Авраамий претерпел много нападок от язычников, хотевших изгнать его из своих мест. Кроме того, бедные жители ближайшего селения постоянно приходили к нему за подаянием, нарушая его уединение. Но преподобный терпеливо переносил их посещение и отдавал им все, что ему самому жертвовали. Святой стал пастырем христианской церкви, которую построили верующие. Утвердив в вере свою паству, он оставил им вместо себя другого иерея, а сам вновь ушел в монастырь. За высокое свое благочестие он был поставлен епископом Каррийским. Своих посомых святой непрестанно учил богоугодной жизни, подавая им пример воздержания. Со времени принятия священства он никогда не употреблял вареной пищи. Узнав о подвижнике, император Феодосий-младший пригласил его к себе. Только прибыв в Константинополь, раб Божий вскоре слег и отошел в мир иной. Останки его были торжественно перенесены в город Кар и там преданы погребению. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Кирилла, Исаака, Михаила и Федора, Мирона и Илариона, а также Павла, Бориса и Трифона. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!